Привет! Меня зовут Анастасия Домарева, мне 23 года. Участие в данном проекте — это для меня замечательная возможность. Я являюсь дипломированным юристом, и на данный момент я также развиваюсь в данной науке. На данный момент я представляю одну из ведущих IT-компаний нашего города. Я считаю себя достаточно творческим человеком. Да, пускай я не умею там красиво рисовать, но я хорошо танцую и достаточно неплохо пою. Вообще, танец — это для меня душа. На данный момент я развиваюсь в сфере моделинга, джампинга — это прыжки на батутах, и полфит, полэкзотик — это танцы на пилоне. Я обожаю танцы, потому что это отличный способ самовыражения. Классно очень наблюдать за тем, как люди смотрят на то, как я танцую, как они наблюдают за мной. Это прям наивысшая степень блаженство, что ли, какого-то. Я считаю, что самая большая ценность в моей жизни — это моя семья и мои верные друзья. Они моя поддержка, они моя опора, они моя большая мотивация. И вообще, я считаю, что я достаточно активный человек, достаточно коммуникабельный, веселый. Я обожаю новые приключения, новые знакомства, путешествия. И вообще считаю, что у меня характер такой с огоньком. Ну, я думаю, что для девочек, которые хотят также прийти к своей цели, самое главное, есть такая фраза, это «под лежачий камень вода не течет». Я могу сказать, что прежде чем что-то сделать, нужно, конечно же, подняться и пойти радовать этот мир и совершенствоваться.